Сейчас будем бахать. Насколько я понимаю, ребят, Rolls-Royce Phantom, которым владеет Арменчик, да, который он тогда мне хотел подарить, подогнать, за то, что, типа, бы я с первого раза прошел трассу без читов. Ну, грубо говоря, админских этих команд. Хрена с два, блин. Он бы мне с номерами бы отдал, прикиньте, вор, 3 семерки. Шалеть. Кстати, интересный факт, ребят. Вот руку на сердце кладу, клянусь. Никто вообще еще тогда не знал, ни Арменчик, никто, ничего. На момент, когда у Армена на Роллсе висели номера вор 3 семерки, никто не знал то, что в действительности будет Роллс, и у него будут номера 3 семерки. То есть Арменчик чисто вот так вот догадался, судя по всему. Только сегодня с Арменчиком виделся в реале жизни. И у него спрашивают, что там, кстати, по хате, ё-моё. Наверное, уже пора слетать ей. Надо зайти посмотреть. Вот и идем. А, немного. 10 дней. Продлеваем. И гараж тоже 10 дней. Ну все, значит, отлично. Отлично, можем с чистой совестью лететь и покупать себе новенький автомобильчик. Только, ребят, опять же, к чему я завел разговор. Фантом я уже вряд ли куплю. Почему? Потому что это эксклюзивная машина. И, так как сказал Армен, типа их всех разобрали. Вот, то Фантом, наверное, я уже вряд ли куплю. А вот как хотя бы какой-нибудь... Rage, да. Rolls-Royce Rage. Так он тут и стоял? Этот особняк напротив. Я помню, он и стоял, но... Их что, несколько, что ли, на сервере? Реально? Я думал, один только. Отвечаю. Походу, несколько мафий, значит. Вот я нубяра. Ой, 223-й, ребят, смотрите, какой красивый. Ну-ка, давайте полазим тут у них. Посмотрим, что по номерам. 113-й регион. Такие, ребята, приблотненные, конечно, интересно, интересно. Ёб твою девизь, ну что? Ну куда? Какая-то анимка. Вы видели, кстати, я сейчас, когда улетал, что-то пролетало. О, нифига себе, земля. Ребят, я в космосе, если что так. Вот так вот выглядит стратосфера. Кстати, звезды кайфовые вообще. Модеры молодцы. Я что-то, ребят, пролетал, я отвечаю, прям... С бешеной скоростью я чё... А, во! Вот эту хрень я пролетал, во! Что это? Что это? Михаз. Михаз, ты чё, с ума сошёл? Это что? По-моему, на что-то подобное я, по-моему, уже... Да, ребят, на что-то подобное я уже попадал. Самое время прокатиться... Блядь. Самое время прокатиться на ламбе. Не знаю, почему модеры не убирают эту штуку. Интересно, да? Вот оставляют нам плюшки. Что под автосалоном высокого, да, класса? Там полно, полным-полно хлама под этим автосалоном текстурок. То вот, пожалуйста, в воздухе торчит. Ой-ой-ой, Павел какой-то тут эпнулся, приветствую. Привет, привет. А что за трасса? Че ее не убирают? Да нам уж тысяч лет тут. Да я знаю. Так, по камерам все чисто, все нормально. Да, ручки, пожалуйста. Спасибо большое. Че, на какой тачке можно тут пронестись? Какая самая быстрая на Радмирке? Не знаю, на Ламбе я 450 ехал, по-моему. Пацаны, заправьте по-братски, есть у кого вариант? Или только за канистры надо? Четвертый левел сейчас АФК. Сейчас замутим. Может, за канистрой будет Варик замутиться? Красава. Выручаете. Чё, как дела, чё нового? Слушай, а по Роллсам получается, вот Фантом это в эксклюзиве, да, новый? Нет, он, по-моему, в кейсах. А, в кейсах, понял. Кто-кто, Фантом? Да. Да. В кейсах тоже есть, да. А чё на покупке, только Рейдж получается, ГОСТа нету? Честно, без понятия, я в эту тему не углублялся. Понятно, ладненько, посмотрим. Сейчас попробуем разогнаться. А ну, гитвешнее мою тачку. Да. Так, все, мы поехали. Ой-ой-ой, ой-ой, ребят. Прикольно.
прикольно, мы едем 400 км в час. Я забыл пристегнуться. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ту-т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 у
едем, ребят. Смотрите, с какой скоростью мы летим. Мы просто по воздуху перепрыгиваем эти обручи. Обруча. Похоже на детскую игрушку, знаете, вот которая... Вы поняли. Вау. Тоже кайфовенько. Блин, не доехал я до автосалона, ребят, не купил Rolls. Хотел, блин, реально вам столько всего наболтать интересного. Ёлки-палки, я сейчас с башки что-то вылетел. Блин, увидел тут трассу, сейчас, ребят, чуть-чуть прокатимся. А так хотел и в гараже тоже выстроить тачки. Вот Rolls бы сейчас купить бы реально. Блин, интересно, сколько на Редмире номера вору стоили бы? Надо у Армычика спросить. Вы в безопасности? Лучше за сутки. Я понял. Мы сейчас проезжали дрифт-трассу, судя как и по карте, так и по... Ну, вы увидели, да, иконки всплывали. Ой, сейчас как вниз понесемся, ребята. Это чистый аквапарк, отвечаю. Это чистый аквапарк, только почему-то у меня как... Ой-ой-ой-ой! Я пошутил. Спокойно. Я пошутил. Ну, а что-то скорость маленькая совсем. 450, 460. Ну, как бы, как сказать, да, ребята, маленькая? Прикиньте, в реале 460 ехать. Я на М-ке еду, 270, не страшно просто. Реально, мне такое чувство, что сейчас машина взлетит. Потому что сама по себе М-ка, ребята, я вам так скажу. Вот на X5 едешь, чувствуешь уверенность. Потому что машина тяжелая. И как бы, ну, не такая подрывистая, конечно же, как М-ка. В М-ке, когда едешь... Блин, она быстрая, шустрая, как будто в ней веса нету, хотя машина тоже очень тяжелая. Но разрисовка такая, как будто реально ты на ней сейчас куда-то улетишь. И поэтому, когда несешься с большой скоростью, ее как бы, ну, бросает по трассе. Вот машина сама по себе, конечно, хорошая, устойчивая, там и так далее. Все-таки BMW там в повороты входит, там чисто прям вообще колом. Но когда едешь на огромной скорости, ее вот болтает так же, как вот сейчас лампу. Реально. Ой-ой-ой-не-не-не-не. Блять, ну какое без сознания, ёб твою дивизию, ну ты чё? Fly. Спал. Ой, извините, ребят. Извините. Прошу прощать. Заикался. Наверное, сейчас кто-то из вас думает. Обо мне. Ой. Ой, как сильно, ребят, что-то икать стал. Надо водички попить. Или может попробовать дыхание задержать на 10 секунд. Ладно, не знаю. Надеюсь, пройдет сейчас. Надеюсь, пройдет, мы едем дальше. Так, знаете, что было бы интересно? Вот когда на вертолете летаешь, слева вверху, да, есть такая шкала. Шкала по высоте. Жалко, что тут такой шкалы нету, потому что непонятно. Мы либо вниз, либо вверх. А что за облака? А, это облака, ребят, я понял. Как будто мы по воде, смотрите. Как будто водичка такая. Все, мы опять наверх. А по облакам можно, да, понимать. То есть мы сейчас возвышаемся опять снова. Ляха-муха, да ёб твою, дадите покататься, нет? Флай, еб твою дивизию, не успел. Бывает, ладно. Ладно, чё, давайте здоровечка. Счастье, здоровье, как обычно сейчас. Замутим. Все, валим. Будь мне сейчас админы тэпнут, но я не хочу, если честно. Я хочу уже полететь, купить Rolls. Я полечу. Пожалуй, по флай. Я хочу летать. По-моему, в автосалон также есть и в Юшке. Но опять же, могу ошибаться. Скорее его нет. Вот тут, ребят, нету, да, автосалон? Куда полетел, алё? Прямо. Идем прямо. Вот тут что у нас? Давайте глянем. Вот тут что у нас, пожалуйста. Информация пополнения. А, понятно, это для организации тачки покупать. Я понял. Кай, валим. А я что, не лидер? Я тоже хочу быть лидером. Да, ребятушки, раньше был я лидером, было прикольненько, были прикольненько. Была бригада у меня своя. Ну, за бригадой нужно тоже следить. Нужен определенный, ребят, уход. Не знаю, может быть, кстати, у меня и будет еще бригада. Ну, посмотрим. Будет интересно. Будет жарко. Я бы даже так...
в шоколаде. В кубике сломаю стены, прочь через зыбучий песок. Она одна, у нас я будто камень, правлю поток. И ты сильней, чем думают все остальные. Расспроси у деда, после войны люди как-то жили. Терять веру нельзя, стоять ногами прочно. Дойдешь до берега сухого, в топе заболоченной. Пускай сзади свистят и тянут за рубашку. И ноша очень тяжела, и дышать тяжко. Не опускай рук, не преломи колено. Ты поставишь новую судьбу, старой на замену.